Глава Симбирской митрополии владыка Феофан впервые посетил Димитровград. Этот город, расположенный на левом берегу Куйбышевского водохранилища, с 2012 года является кафедральным градом Меликесской епархии, входящей в состав митрополии. Визит архипастыря совпал с празднованием в регионе 14-летия канонизации преподобноисповедника Гавриила Меликесского. В ходе своего первого визита в Димитровград высокопреосвященнейший Феофан, митрополит Симбирский и Новоспасский, посетил Свято-Никольский храм. В храме его высокопреосвященство приложился к святым мощам небесного покровителя нашего города, преподобного исповедника архимандрита Гавриила Меликесского. В честь празднования 14-й годовщины канонизации преподобного исповедника архимандрита Гавриила в здании епархиального управления почтенных гостей приветствовали маленькие казачата. Ребята исполнили стихи и песни. После небольшого концерта митрополит Феофан преподнес детям небольшие сувениры и сладкие подарки. А вечером в Доме культуры «Восход» состоялся праздничный концерт, посвященный нашему небесному покровителю. Перед началом вечера в фойе Центра культуры была организована выставка лучших детских рисунков, посвященных святому Гавриилу. Открывая торжественный вечер, глава Симбирской митрополии высоко оценил творчество ребят, а затем поздравил всех собравшихся в зале с годовщиной канонизации архимандрита Гавриила. Каким путем мы можем идти и где та стезя, которая приведет нас к благополучию. Он, святой архимандрит Гавриил, исповедник, не на словах, а на жизни и по жизни своей доказал, где путь к миру и спокойствию. Где путь памяти, которая не изгладится века? Также с поздравительными словами горожанам обратились глава муниципалитета Николай Горшенин, губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов и владыка Диадор. Поэтому я от всей души, от всего сердца с великой радостью хочу паки-паки всех вас поздравить с праздником. Пожелать вам всем здоровья, помощи Божьей во всех ваших добрых делах, начинаниях, чтобы Бог милосердный по молитвам и заступничеству нашего небесного покровителя хранил нас всех от всякого зла на всех путях нашей жизни, помогал нам творить добро, чтобы действительно соответствовать высокому званию христианина, ученика Господа нашего Иисуса Христа. Затем вечер продолжили творческие коллективы Димитровграда и Самары. В исполнении артистов прозвучали стихи, были исполнены лирические духовные песни, показаны проникновенные танцевальные композиции. Все они были объединены любовью к Богу, душевностью, искренностью и теплотой.